В клинико-диагностической лаборатории Полевской центральной городской больницы работы всегда очень много. В месяц это подразделение выполняет более миллиона различных исследований. Показатель очень высокий для такой лаборатории. И не одна сотня анализов проходит. У нас все стационары, юг, север, инфекция, поликлиника, север, юг. Теперь эффективность стала еще выше. Объем выполняемой работы увеличился на 30%. Ведь с недавнего времени здесь появилось сразу три новых прибора. Сейчас работа стала намного быстрее, намного эффективнее, потому что в целом сейчас от человека, от ошибок человеческого фактора мало чего, что зависит. Сейчас в основном это автоматические приборы, которые сами ведут подсчет, сами все измеряют, сами все делают. Что раньше мы делали вручную, сейчас все это делают автоматы. Это автоматический коагулометр, с помощью которого специалисты лаборатории оценивают гемостаз, то есть свертываемость крови. Эти два новых прибора называются гематологические анализаторы. Они способны выполнить общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой. Теперь в лаборатории появилось оборудование, позволяющее выполнить полноценный биохимический анализ крови. Несмотря на то, что все приборы работают автоматически, лаборанты осуществляют контроль. Чтобы исключить их ошибки, мы делаем контроль качества ежедневный, это внутренний контроль качества, а также делаем контроль качества на государственном уровне и проходим всегда его на отлично. Главный врач Полевской центральной городской больницы Сергей Алферов отметил, что теперь клинико-диагностическая лаборатория укомплектована всем необходимым и даже с хорошим заделом на будущее. В больнице происходит обновление медицинского оборудования, как в хирургии, в травматологии, появляются новые технологии, и лаборатория, в общем-то, является не исключением. Это действительно одно из отделений, которое и финансово емкое, и достаточно важное, которое захватывает все подразделения больницы, и поликлинику, и детскую, и взрослую, и женскую консультацию, и стационары. Поэтому мы тоже там пытаемся обновить оборудование, и в настоящее время у нас практически все оборудование обновлено. Но самое главное, что теперь пациенты могут получить результаты анализов значительно быстрее. Если раньше исследования занимали порядка 2 дней, то теперь есть возможность получить результаты прямо в день сдачи. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости 11 канала.